Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Days After. Я босоногий. Ничего у меня нету, ботинки, видимо, сломались. Так, уши фриков, наверное, я возьму с собой. Так, курточка. Слушай, а что на мне вообще одето? Можно мне посмотреть? Так, куртка. Ботинок нет, шапки нет. И оружие ближнего боя тоже, ребята, скоро сломается. Поэтому нам нужно что-то с вами химичить. У меня есть куча рецептов, но вот как их, друзья мои, реализовать? То есть, чтобы я уже по ним действительно мог что-то делать, я пока не знаю как. Так, надо посмотреть, кстати, как у меня собаки поживают, ё-моё. Меня не было сколько-то дней. Так, 15 часов, у них, в принципе, еще еда есть. А как мы узнаем, когда они вырастут, а? Есть собаки, готовые к случке. Льюис. Улучшить. Один из щенков вырос. Так, способности. Дружелюбный. Ух ты, ё-моё. Ты посмотри, какая у меня собака уже стала. Был щенок, уже все, ребят. Взрослая особь. Так, ну семян у меня, по-моему, нету, да? Семян нету. Кстати, у меня же коробка с собакой. Я могу еще одну здесь? Или для этого нужно отдельная овчарня? Так, использовать новый щенок. Отправить на псарню. Так. Друзья мои, смотрите, у меня вот такой есть песик, да? И вот такой. В принципе, они одинаковые, потому что по ошейнику вижу. А еды им сколько хватит на двоих-то? На 7 часов, понятно. Ладно, еще есть время. Так, ну что у меня сегодня по планам? Ну, естественно, ребята, сделать вылазки. Как всегда, нафармить кучу ресурсов. Вот это выложим. Так, а это что у нас? Обеззараживающий набор. Выкладываем. Так, давай дальше еще выложим с тобой, чтобы нам вообще ничего не мешало. Так, с водой. Ну, с водой пока нет проблем, как и с едой. Но все равно, ребята, оставим мне. А ты кто такой? Не понял ты, откуда взялся, парень. Ну-ка, как с тобой пообщаться-то? Предложение обмен. На обмен. У меня есть разные товары, взгляни, можешь купишь чего. Так, у него, ребята, есть селитра и кожа. Я пока не знаю, нужно ли мне это. Я думаю, что нет. Пойдем-ка мы с тобой сделаем вылазку. Я хочу, кстати, сходить туда. Помнишь, где мы с тобой в дремучем лесу нашли чувачка, спасли, да? Так, предложение дня. Вот здесь, если не ошибаюсь. В дремучем лесу мы спасли мужика-охотника. И он сказал: я буду тебя ждать на другом берегу реки. Так вот, я хочу посмотреть, там он или нет. Правда, я с этой дубинкой далеко, наверное, здесь не уйду, но все-таки. Нам все равно нужно собирать ресурсы. Еда, вода, ну все как полагается. Давай, пойдем посмотрим. Так, у меня еще и топор сломался. А топор я сделать не могу, потому что не хватает ресурсов. Да чтоб тебе. Да ёпарасеты, ну куда ты, вот вепри, а? 65 здоровья. Да, я вот так замучусь бомбить. Там еще один ползет, видел? Увидел меня все-таки, а? Но это маленькая особь. Быстренько с ним справимся. Так, и давай шкуру мне. Вот, бивни, я думаю, тоже нам пригодятся. По-моему, они обмениваются. У того же самого. Опа, волчара. Так, ну бинты я вроде бы взял с собой, да? Сейчас мы глянем. Бинты взял, это хорошо. Поэтому раны будем залечивать именно бинтами. Ну-ка. Ну так себе, я думал будет покруче, конечно. Восстанавливать здоровье, но не очень хорошо. Твою налево, вот. Заражение мне как раз и не хочется получать. Только. Ёпарасоте, сколько вас, я и не увидел. Так, ну это медленные.
Давай, давай, минус один. Так, минус два. Что у вас там лежит в карманах, а? Ткань. Так, еще один фрик. Попробуем его. Нормуль. Собираем лут. Так, это пробирка чертова. Зачем она мне нужна, я не понимаю. Что с ней можно сделать? Слушай, этого мужика нету здесь. Вот он как раз вот тут вот сидел. Просил, чтобы я ему принес сумку. Значит, мужик выздоровел и ушел. Так, я вижу, там сумка, ребят, лежит. Ну там Джорджи. Джорджи псих. Угу. Тут тоже зомбарик. На. Это у нас обычный Остин. Так, ухо. Ну чё, будем валить? Твою налево. Блин, там он не один. Как бы сделать-то так, а? Этот меня увидел. Ладно, иди сюда. С Остинами, Пауэрсами мы быстренько с тобой справляемся. Опять пробирка. Так, ягодки я возьму, на всякий случай. Но остается у нас вот этот, Джорджи. Сейчас я попробую накумарить. Да-да-да-да-да, я знаю, что у меня сейчас, по-моему, сломается, ребят. Твою налево. Я его, конечно, ушатал, но оружия у меня больше нету. Вяленое мясо, ткань. Так, а мясо мы, наверное, с тобой сейчас быстренько съедим. Ну-ка. Допустим. Теперь мне нужно сделать еще и дубину себе. Как раз все хватает. И топор. А вот для топора уже не хватает ни шиша. Так, тут у нас склад. Что-то тут припрятано. Давай посмотрим, что. Опять книга. И жареные отбивные. Так, секундочку. Все, восстановили. Так, отбивную мы, наверное, с тобой тоже поставим пока в карман. Ну и пойдем. Так, этот чувак с рюкзаком. С рюкзаком, может быть его... Не, давай тронем, давай его уничтожим. Это Юрий. Оу, щит. Зараженный, кстати, меня не увидел. Ладно, я краешком попробую пройти здесь. Так, вепрь. Блин, дубину-то я не взял. Так, вепрь я сейчас накажу. На. Это еще хоть какая-то броня у меня есть. Без нее вообще было бы плохо. Ну что же, смотрим. Мясо и шкуру я возьму. Больше мне здесь, наверное, ничего не надо. Так, олени. Ну и камень мне нужен для того, чтобы сделать топор. Где я тут должен найти 6 гвоздей? Или это не в этой локации? Нормуль. Слушай, я не вижу здесь никакого мужика. Вот я уже прошел практически всю карту. И его здесь нет. Вон только зараженные. Заразный Остин. Блин, он еще и крепкий, ко всему прочему, еще и волчара прибежал. Так, ладно, разберемся. Там у нас вепрь. Он увидел меня. Да бей ты его, блин. Говно, не дубина, если честно. Все, вынесли мозги. Так, собираем. Клыки вот эти нам нужны будут, я знаю. Так, камень забираем. И тут у нас посылочка. Там он Джорджа стоит. Но обычный. Ох, елки-палки. Вот они гвозди, друзья мои. Вот они гвозди. Вот он уголь. Хм, это я выкину. Петли.
Так, подожди-ка, петли. Так, древесина, и вот это я, наверное, схаваю прямо сейчас. Все. Увидел, блин, что ли, гад, а? Ты посмотри, а какой зрячий. Блин, ты можешь быстрее бить его, ну что ты, как я не знаю кто, а? Наконец-то, ушатали. Ломаем камень здесь. Так, ну гвозди я нашел. Так, забираем награду. Сколько нам до уровня? Ну, чуть-чуть осталось, да? Топор я могу скрафтить, в конце концов? Могу. Замечательно. Так, рубим лес. Слушай, а вот это что такое у нас? А, это дом. Может быть, он где-то здесь? Ох, ёк, макарёк. Фига себе, они вдвоем на меня рванули. Так, ну ладно, Джорджа я попробую сейчас здесь накумарить. Нет, ребят, не получится. Слишком много на меня рвануло врагов. И что же тогда мне делать? Бежать домой? Выкладывать все? И возвращаться потом? Ну, у меня инвентарь в любом случае весь забит, поэтому давай-ка побежим, наверное, до хаты. Тут везде можно полазить. А сюда вот я, наверное, не смогу, да? Смотровая вышка нужна, 3-го уровня. Вышку нужно прокачивать. Кстати, надо посмотреть, какие ресурсы нужны для прокачки вышки. Я видел там вроде бы изолента, еще что-то. Плюс наш домик нужно еще приводить в нормальное состояние. И что-то с жильем делать. Потому что у нас, извини меня, ни стен, ничего нету. Так, здесь у нас, значит, клей нужен. Электроника. А что вообще мы можем скрафтить? Грядка есть. Водосборника у меня нету, кстати. И кожевни. Так, кожевни, значит. Камни, древесины и уголь. Уголь нужно 6 штук. У меня один есть тут. Давай смотреть. Так, кожа нужна. Это я помню. Уголь есть. Отлично. Так, древесина и камень, по-моему, или нет? Камень и кожа. Так, кожа. Кожа где-то была же, я же помню. Ее много должно быть. Так, у меня еще один щенок. Откуда у вас столько? Ё-моё. Так, журнал выложим пока с тобой. Бивни тоже. И, кстати, трубу, трубу, трубу. Давай возьмем лучше трубу, наверное, с тобой. Вместо этой бейсбольной биты. Так, все, я взял камни. Кожевня. Вот она. Изготовить. Угу. Так, ну теперь можно ее поставить. Поставим, наверное, где-нибудь... Ха, тут или где? Давай, наверное, вот здесь. Так, что мы можем делать в этой кожевне? Давай посмотрим. Кожевня. Так, уровень 3. А как, интересно, нам уровень повышать? Так, в скрине изготовления 3%. Улучшить. Да, улучшим. Опачки, железная труба, швейный стол, коптильня и бинты. Швейный стол. Так, нужен клей, нужны тряпки. Коптильня. Вот, кстати, коптильню реальнее всего нам сделать. Так, секундочку. Секундочку, у нас где? Вот. Водосборник. Древесина и ткань. Сейчас попробуем. Так, тряпки есть? Древесина есть. Делаем. Чего? Как-то построить нельзя, уже есть. Как есть-то? Только сделал. Мы ее поставим с тобой, наверное, вот сюда.
Ну что же, вот и водосборник у нас появился. Что он делает? Собирает воду просто? Да, ребята, вы можете сюда воткнуть просто флягу и все. Так, уровень здесь мы повысим. Ну-ка, давай. Ага. То есть она не улучшается, я здесь ничего не могу сделать. Ну что же, вода будет собираться, кожа будет скоро делаться. Что же нам еще так? Улучшите водосборник до 3 уровня. Что для этого нужно? Так, тебе нужно улучшить снаряжение до 3 уровня. Снаряжение. Так, давай по крафту посмотрим. Метательный нож. Для этого нужны веревки, нужны камни. Показывает локацию, на которой спрятан тайник. Нет у меня такого еще. Швейный стол. Труба. Так, уровень 14, да? Набор строителя, набор электроники. Одним словом, нам нужно с тобой повышать уровень. Так, я уж взял с собой, нет? У меня 5 ушей. Этого, наверное, мало будет. Так, ну что, левак пока выкладываем с тобой. Камни. Так, мясо я сейчас пойду отдам этим собакам. Вот это вот все выложим. И бревно. Бревно мне тоже пока не нужно. Зачем оно? Так, собачкам мы отдадим мясо с тобой. Хотя, зачем нам собакам отдавать мясо, если мы можем с тобой... А мы не можем. Подожди, вот здесь надо. На костре жарить же. Так, ягоды нужны. Короче, нам нужно больше изготавливать, видимо, предметов. Только в этом случае мы с тобой сможем, ну, прокачивать до следующего уровня. Так, на 11 часов нас хватит с тобой еды для собак. Это мало. А я, как всегда, оборванцем побежал, короче, на поиски, блин, приключений. Ну что, пойдем к шерифу сбегаем, наверное, или куда? Блин, а где брать клей? Где брать вот эти вот петли? Ну, редкие ресурсы, одним словом. Спецпредложение. Нет, спасибо большое, Бетти, я как-нибудь откажусь. Сюда нужна смотровая вышка. Сюда зайти, что ли, сбегать? Вот, смотри, лучшая добыча. Где я это все могу добыть? Авария на мосту. Ладно, побежали, посмотрим. Сюда не могу, везде. Тут даже 4 уровня вышка нужна. Так что, ребята, как говорится, особо тут не разгуляешься. Без прокачки, без всего нам делать нечего. Естественно, нам нужны ресурсы. Если мы с тобой можем древесину найти, да, и все остальное легко, то с элементами типа как электроника, клей, пластик и так далее приходится позаморачиваться. Где-то должна быть лазейка, ребята. Ох ты, перчатки. Ничего себе. Так, перчатки. Я ведь могу их, по-моему... Да, экипировал. Ну что же, давай полутаемся тогда, раз уж мы здесь. Так, вепрь под свинок готов. Там зомби ходят. Мясо я заберу. Я с этими зомбари... Блин, да можно было бы, в принципе, с ними справиться. Ты что там? Там Джорджи стоит. Джорджи, волк. Ну, здесь мы с тобой были. Для нас эта локация не новая. Ладно, пойду я, наверное, с ними разбираться. Отлично, минус один. Меня учуял гаденыш, а? Смотри. Ладно, главное, что здесь есть сумка. И... Так, ребят. Лампочки, древесина. И опять инвентарь заполненный, да? Так, ладно, забираем здесь. Здесь тыквы нам нужны. Ну, в принципе, как бы нужны. Но мне просто с ними неохота лазить. И мне нужна нормальная
огромная сумка. Я потому что задолбался, ребята, туда-сюда бегать только из-за того, что у меня заканчивается вечно инвентарь. На тебе, подсвинок. Бивни. Да пошли они, эти бивни. О, волчара меня увидел. Все, нахлобучили. Мясо. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Так, а ягоды я буду использовать. Все. Вон они, архаровцы. Гуляют здесь. Твою налево. Так, пойду-ка я разберусь, наверное, с Джорджи. Это в первую очередь. Слушай, ну все-таки металлическая труба, мне кажется, нормально, да? Лучше, чем бейсбольная бита. Твою налево, псих этот ходит, бородавочник, блин. Метательные ножи нужны мне. А для этого нужны веревки. Как ты меня видишь? Я ведь крался, а? Видимо, чутье. Учуял меня издалека. Так, мясо забираем. Сумка. Давай посмотрим, что в сумке. Твою налево. Ну вот как мне это все, ребята, поместить, а? Ну вот как? Траву выкидывать. Потом буду опять бегать. Где трава? Где трава? Всяко лучше, чем босые ноги. Да, я не спорю, лучше, но... Вместо чего тебя взять? Ладно, выкидываем, короче, биту. Берем рецепт ботинок. У меня этих рецептов, если честно, очень много. Как их сделать, чтобы они... Тихо. Чтобы я уже мог что-то хотя бы крафтить из них. Фиг ее знает. Опа. И тут еще нужны элементы, прикинь. Я не знаю, придется мясо выкидывать теперь. Проволока в любом случае нужна, потому что это редкие, ребят, ресурсы. Здесь придется, наверное, выбросить мне камень. И взять вот это горючее или масло, я не знаю, что это такое. Но точно знаю, что это мне понадобится. Так, недостаточно места уже. Ну что, будем сваливать или как? Сейчас, подожди секунду, нарубим тут. В принципе, я заинтересован еще, помимо того, что собирать, мне еще нужно прокачать уровень. И желательно быстрее. Джинсы сломались, теперь я голожопой бегаю. Ладно. Может, к шерифу забежим, а? Ну вот мы и у шерифа. Так, пойдем поговорим с ним. Да-да-да, новое лицо. Так, давай-ка мы без этих... А, это мы уже с тобой, кстати, читали. Вот здесь надо посмотреть. Выбери одно из предложений. Медленно перезаряжается, но пробивает насквозь. Нифига себе. Смотри, что нужно для этого. Три бивня. Воу, так это я могу принести им. Нифига себе. Фиолетовое ухо зомби, прикинь. Нашивки. Ага. Так, я намотал на ус. Что мне нужно? Блин, смотри, вот эта комната закрыта. Можно туда, интересно, потом будет со временем пройти или нет? Это со мной даже разговаривать не будет, да? Так, что? Ты получил награду оружейницы? В плане? Собери. А, рюкзак заполнен. Так, ну-ка подожди еще разок. Я изучаю наиболее опасных тварей, встречающихся в этих местах, живых и мертвых. Принеси мне трофеи, и я дам тебе награду, которую тебе никто больше не сможет предложить. Задание оружейницы. Так, принеси мне волчью кровь от темного леса.
верхняя часть ствольной коробки Гектора. Так, короче, мне нужно идти в дремучий лес. Именно там я смогу найти эту кровь. Так, слушай, а что он нам не предлагал, этот шериф? Два обычных клыка, да, и один красный. За это он мне даст арбалет. Хм. Сейчас мы с тобой посмотрим. Так, сбегаем домой. В любом случае нужно все выкладывать. Да, ребята, вот такая вот игра, она завязана на том, что ты должен бегать, постоянно посещать старые локации, рубить лес, ну, сам понимаешь, добывать камни, крафтиться, прокачиваться, открывать большую территорию и, соответственно, там уже больше всяких заданий брать и выполнять. Значит так, насчет клыка. Так, тряпки выложим, да? Эти рецепты выложим тоже. Ботинки экипируем. Так, лампочку. Изолента. Так, ладно, подожди, вот эту вот выложим. Так, вот я вижу раз и два. Мне нужен еще один такой клык. И тогда у нас будет все нормуль. Так, изоленту. Куда-то я ее тратил. По-моему, даже вот сюда вот. На этот верстак. Может быть, конечно, и нет. Так, заполнено здесь все у нас. С этим верстаком все ясно. Так, выкладываем. Магнитофон этот нужно еще разобрать. Микросхемы там. Так, веревка есть. Нам нужно три веревки, да, чтобы сделать метательные ножи. Так, и доски выкладываем. Ага, есть контакт, ребята. Так, ну что, на арбалетик мы себе уже насобирали здесь. Песика, что ли, еще одного взять, да выложить там. А смогу ли я, давай проверим. Зачем мне три собаки, а? Скажи-ка мне на милость. Так, Микки. Использовать. Новый щенок. Отправить на псарню. Я прям как этот собаковод натуральный. Ты посмотри, сколько здесь нужно. Светящаяся вывеска. Горючая, короче, это генератором будем делать с тобой, да? Тут офигеть, сколько нужно всяких ресурсов. А здесь, в принципе, здесь вот нам нужна только бытовая химия. Вот это все можно добыть. И тогда мы получим с тобой торговца с подарками. А здесь баллон. Где я эти краски возьму? Это будет продуктовый магазин. Так, ну что, друзья мои, в дремучий лес бежать нам или что? Нет, побежим вначале к шерифу. Возьмем арбалет. А уже после этого отправимся с тобой в дремучий лес. И нам нужно будет с тобой получить волчью кровь. И опять же я ее получу. Так, подожди, да. И я получу эту волчью кровь. Но он мне дает не оружие, а только лишь одну деталь. Понимаешь, о чем речь? Одну деталь от оружия, по ходу дела. Нам еще надо будет ее потом собрать. Так, и у нас на почте с тобой адовое пламя. Я не знаю, что это такое. И как мне теперь взять это из почты? Похоже, никак. Это надо уже быть дома, наверное. Ладно, пойдем арбалет получать. Так, выбираем награду. Вот она. Обмен. Получили. С ушами, конечно, непонятно все. Блин, нашивки же еще были у меня. Но там их мало. Давай посмотрим, что это у нас за арбалет такой. Так. Сколько тут? Не пойму. Это 30 меткости, что ли? Да он еще и почти сломанный. Вот в чем беда вся. Нифига себе. Арбалетик такой.
Без штанов, зато в ботинках. Так, ну что, пойдем в дремучий лес. Там надо было, кстати, с собой взять доски. Они же там пригодились бы. Опа. Ох, ёк, макарёк. Одинокая скала. Враги, гризли. Слушайте, друзья мои, гризли, ну ты посмотри, что мы тут можем надыбать. Побежали. Я не уверен, что я, конечно, смогу его завалить здесь. Но мы хотя бы глянем. Ты видел, какой там уровень сложности? Просто зашкаливает по максималке. Значит, вот так вот здесь новая локация появляется, да? Чувака там, смотри, грызет. Кто-то такой же, как и я, решил отправиться, наверное, да? Давай-ка потихоньку. Ёк! Чего? Не, ребята, это бесполезно. 3600 хп, куда? Какое нафиг, вы чё? Он мне с удара, наверное, сейчас бы просто уложил бы. Не-не-не-не-не, я не хочу. Бежим с тобой в дремучий лес. 3600 хп. Это абсолютно рекорд пока в данный момент. И всех зомби-мутантов, которых я тут видел. Я бы не справился с ним, это однозначно. А здесь я не могу понять другого. Где находится этот мужик, который сказал: приходи, я буду ждать тебя на другом берегу реки. Его здесь нету. Ладно, рубим лес. Все равно нам нужно получить свой уровень. И знаешь какой? 14-й. Не 13-й, а 14-й. Потому что именно оттуда... Так, тихо. Сейчас проверим с тобой вот на этом вепре, как работает. О, мы пить хочем, ё-моё. Так, ребята, ищем воду срочно. Воду, ягоды, что хочешь. Ежу ягоды. Так, забираем. А, у нас вон что есть, оказывается. Выпили. Так, отлично. Чуть-чуть хватит нам с тобой здесь побегать. Рубим дальше лес. Блин, как бы мне хотелось, чтобы у нас уровень с тобой побыстрее рос. Каждый удар отнимает у нас чуть-чуть голода, да? И питья. Нет, питье само по себе уходит. Ладно, вырубим тут лес сейчас к ядрене фини. Так. Вот, как раз против плевунов. Опа, опа, так вы же, блин, я же вас... Уходи! Нормуль. Хл... Твою налево. Как ты, блин, перезаряжаешься? 3 часа, блин, а? Тогда и смысла нет отбегать, ребят. Просто стреляешь ему, да и все. Тряпки. Так, а у этого что? Дайте фиолетовое ухо мне. Нет, обычное дают. А у кого же тогда... Ёп, просто Шелли какая-то там. Ох, она еще и кислотой плюется. Ты, зашибись. Короче, арбалет Г. Если хочешь мое мнение знать. Г полное. Поэтому я даже думаю, что лучше, наверное, взять все-таки обратно трубу. Уж с ней-то он как-то поэффективнее дерется. И побыстрее. Так, что у нас тут? Глиняный кирпич. Ну, допустим. Так, а вот это уже повеселее. Мало того, что повеселее, да еще и нужно. Так, и вырубкой займемся. Вырубкой, я не знаю, тыкву будем собирать или нет. В принципе, она бы не помешала нам. Но опять же, инвентарь будем с тобой захламлять весь. Так, вырубили. Здесь у нас что, ягоды? Ладно, возьмем, сейчас выпьем. Так, здесь только олени, получается, да, остались? В живых, которых я пока трогать не хочу. Некуда мне мясо девать. Чего, недостаточно места опять? Ну, а так? А так он довольный.
приступает к рубке. Так, в этом доме мы, по-моему, были, да? А, мы с тобой, кстати, убежали отсюда. От кого? Тихо. По-моему... Блин. Иди сюда, Джорджи. Потрещим тут, с глазу на глаз. Кстати, два сундука. Надо будет обязательно их проверить. Руби давай ты это дерево. Мешается оно нам. Так, тихонечко. Он, видишь, ходит. Кто только это ходит у нас? Два зомби. Опа. Ага, это тоже у нас. Так, лучше это оденем, наверное, да? Это мы с тобой сразу используем. Перчатки. Что нам сделать с перчатками? Либо брать. Брать надо полюбаську. Тогда я древесину, наверное, выкину. Нет. Вот это я выкину. Перчатки возьму. Как ни крути, ребята, экипировка нужна. О, уже бежит. Учуял. Кровь. А вот, ребята, и гигантус. Марв. Но он меня не пробьет в любом случае. Все. Дай-ка глянь. Дай фиолетовое ухо. Веревка. Веревка тоже нам нужна. Блин. Придется тогда мясо используем. Съедим. Сырое мясо. Сыроедами мы стали с тобой. Так, что у нас здесь? А прикинь, здесь еще куча лута будет хорошего. Нет, тут фигня. Гвозди. Ну, гвозди у меня есть, слава богу. Поэтому, как бы, на них заострять внимание я не буду. Вепрь, иди сюда. Ну-ка, что у тебя там? Схаваем. Где же ты, гаденыш, сидишь-то, а? Говорит, я на другом конце реки. У нас тут уже конец карты. Нет, у нас есть вариант вот сюда куда-то наверх пойти. Помнишь, когда мы с тобой выполняли? Ха! А нам не пройти, тут уже лес лежит, завалено все. Здоровски. Слушай, тогда я не знаю, где его искать. Может быть, как вариант. Это новая локация, но она пока у нас закрыта. Потому что я тут уже все бежал, вокруг да около. И ничего, как ты видишь, здесь нету. А лес по-прежнему рубим. Так, и скоро у нас будет 13 уровень. 13 уровень это хорошо, но нам нужен 14. Так, камень возьмешь? Нет. Три опыта идет, да? Все, недостаточно места, говорят. Ладно, ребята, давайте сбегаем, наверное, до хаты. Может быть, еще пару ящиков заварганить, как думаешь? А как мне пол сделать? Ну, в плане того, что пол именно из дерева, чтобы я мог дальше что-то там ставить. Он у меня, по-моему, еще и не изучен. Зайдем. Кстати, надо посмотреть еще почту, не забывай. А на почте у нас какой-то там адовая фигня лежит. Адовое пламя. Я так понимаю, это пистолет или... Только где эта почта, блин? Вот она. Собери. Вот оно, адовое пламя. Блин, надо выложить все. Так, здесь карта, доски. Кстати, вот они, нашивки. Вот эти вот ему нужны были или вот эти? По-моему, вот эти. И он бы дал мне шмотку. Так, ну что тут выложить-то можно? Ни доски, ни петель, ничего, да? Так, тряпки. Давай выложим тогда древесину здесь. Веревки. Бивни и, наверное, уши. Потом все вот это вот ищешь.
А где у меня что лежит? А куда я там положил? Куда я припрятал, да? Вот это вечно, ребят, проблема. На жир. Жир мне не нужен. Так, медная проволока. Сюда ее. Кирпич. У нас еще у самого селитра есть. Так, ладно, пускай это все здесь лежит. Ну и что? Труба скоро, кстати, сломается у меня. Эх, теперь можно взять на почте. Это адово пламя, и посмотреть, что оно себе представляет. Собери. Ну, собрал. Так, жаркий прием незваным гостям. Особые эффекты, светлячок 10%. И что это за светлячок? Вызывает поджог с вероятностью 10%. Не действует на живых противников. Ага. Слушай, надо взять. Ну, я имею в виду одеть. Хо-хо-хо, ничего себе. Без штанов, блин, голодранцы. Так, подожди, а может быть мы можем все штаны сами сделать? Кстати, по поводу метательных ножей. Так, вот они, штаны. Ткань. Шкуры и эти... Трава. Так, шкура, трава и ткань. Ткань, трава. Так, слушай, по-моему, можно уже сделать. Изготовим. Сделали, верно? Надевай. Ну, мы прям как эти, как ковбой сейчас выглядим. Слушай, а шапку, если я заварганю? О, хватает. Шапка из тряпок и каких-то обычных листьев, блин. Но это лучше, чем ничего, согласись. Все, остальное можно, в принципе, выложить. Пока. Да ё-моё, не то делаю. Так, раз, два. Так, тряпки мы с тобой выложим. Давай сюда, наверное. Все. Так, как водосборник, ребят, теперь улучшать? Для этого нужен кожаный мешок. Кожаный мешок у нас вроде бы есть. Я один сфейлил, потому что там нужны были ресурсы. Так, накидка. Так, вот он, кожаный мешок этот. Секундочку, у меня там рубаха есть. Но она потрепанная. Ладно, фиг с ней. Так, ну что, пускай тогда, наверное, собирается здесь. Две, да? Так, 9 минут. Ну, почти 10 минут, ребята, будет набираться. О, водичка пошла. Так, здесь, чтобы сделать вот этот мешок, нам нужна с тобой ткань. Нам нужна ткань, опять же, трава и шкуры. Шкуры есть. Так, подожди, трава. Шкура, трава и ткань. Ткань теперь ищем. Вот она. Надо просто прокачивать, ребят. Я бы так бы не занимался этим. Раз, два и три. Тут тоже 10 минут. Ну вот и пускай варганится. Что теперь-то делать нам, а? Скажи-ка на милость. Куда бежать? О, я выгляжу сейчас солидно с такой пушечкой. Пойдем, выйдем на карту, а там уже глянем, определимся. Единственная беда, что у нас с тобой очень мало энергии. И куда-то бежать далеко не рекомендуется. 91 энергия. Смотровая вышка 4 уровня. Ага. А здесь я был подножье скал? По-моему, нет. Блин, та вышка, она достала меня, а? Супермаркет. Слушай-ка, мы же были здесь, да, в супермаркете?
И тут люто, насколько я помню. Побежали туда. Сейчас, друзья мои, мы озвездюлимся по ходу дела по полной программе. Но зато я надеюсь, здесь и лут подобающий. Так, ну что, мы на месте, давай потихонечку, не спеша. Ага, уже вижу. Что, проверим? Вот это я понимаю, вот это да, вот это пушка. Офигеть. Просто, ребята, мозги наружу. И стреляет офигенно. Так, это я возьму, это пригодится. Камни, я, наверное, пока не буду здесь собирать ресурсы. Давай сделаем, ух ты, фура. Сделаем с тобой не то, что зачистку, а просто посмотрим, что здесь можно найти. Так, шкуры. Джорджи, здорово. Слушай, офигенная пуха. Даже мне, честно говоря, жалко тратить. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем. Периодически будем менять. Потому что, ну, сам видел. Адовое пламя действительно адовое. И выносит не кисло. Так, что у нас тут? Так, вода петли. Кстати, насчет воды действительно нужно попить. Окей. Давай дальше рыскать. Так, проволока медная, она нам как раз и нужна. Слушай, секунду. А что, она такая маленькая территория у нас? Да ладно. Нет, можно пройти. Фух, ну что, поехали потихонечку. Минус Саймон. Минус Остин. Там же робос какой-то ходит. Это Марв, блин. А чё он сразу с этими-то пошел? Да ты, блин, можешь ты перезаряжаться, когда бегаешь, блин. Блин, ты еще зараженный Остин идет за мной, а? Так, короче, берем адовое пламя. Вот и все. Фух. Эту штуку лучше применять, когда один враг идет медлительный. Тогда да. Вот, например, здесь. А, это не медлительный нифига, хотя. Ну, арбалет сломался, вот и все. Вот тебе весь арбалет. Трубу возьмем. Ну куда ты вот ползешь? Ну вот не сидится им на месте, ты понимаешь? Так, изолента. Слушай, ну супермаркет это круто. Здесь можно, ребята, полутаться, очень даже неплохо. Гвозди, так, ящик вижу. Что у нас здесь? Опять вода. Это я тогда выброшу. Кстати, воду надо сразу использовать. Выкидываем. У нас у самих таких кожаных мешков целая куча. Угу. Вот она, ребята, эта локация. Я вспомнил, блин. Я думаю, что ты тоже понял, да, о чем я говорю. Где пистолет? Погнали, ребят. Вот так вот. Именно здесь ходит в этом супермаркете здоровяк. Я, правда, на него тогда не рисковал идти. Так, ладно, давай дальше смотреть. Пока здесь можно что порыскать. Смотри, 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 они за мной идут. Микрочипы, компрессор, все нормально. Вот спрашивается, как они узнали, что я здесь стою, а?
Слушай, а мне этого пламя вообще просто прикалывает пуха. Так, вон они все там шоркаются. Доску мы нашли. Так, здесь что у нас? Давай-давай, ломай. Так, бревно. Бревно, нафиг бы оно нам сдалось. Ну что, заходим в супермаркет. Кстати, по поводу хилки. Блин, она еду не восстанавливает, поэтому придется ягоды собирать. Так, ягоды. Кто там рычит-то так сильно? Ну что, отправляемся? Ёк-макарёк, а... В чем проблема-то, я не могу понять. Чё они такие злые-то на меня? Ну-ка. Вот, смотри. Видишь, хмырь ходит. Так, тихонько. Сто семьдесят хп. Дай ухо фиолетовое. Нифига подобного. Так, ну что ты тут охранял, а, жиробас? Опа. Так, выкинем, наверное, с тобой вот это вот полено. А это я заберу, капюшон. Допустим. Там еще, что ли, один ходит? Ну да. А это, друзья... Смотри-ка, а что это у нас тут? Ё-моё. Да хорош. Да уходи ты, блин. Так, уши, уши, это все понятно. А есть что-нибудь повеселее-то? Одни уши дают. Что это у нас тут такое моргает? Светится. Блин, там еще... Ой-ой-ой-ой-ой. С выстрела просто нахлобучил чувачка. Так, что это такое? Проход в подвал. Собери необходимые предметы и взорви проход. Ты понял? То есть нам нужно с тобой два бака с горючим. Твою налево. Так, заберем и ноутбук. Выкидываем шкуры с тобой. А ну вот возьмем, потому что это все потом, ребята, будет разбираться на запчасти. Курточки у меня нету. Так, где-то здесь я видел. Вот он. Вот он, гаденыш. Не успел, а хотел. Слушай, ну адовое пламя, это, конечно, имба. Тут не поспоришь. Так, гвозди. Селитра, блин, селитру можем с собой найти. Так, камень выкидываем тогда. Я не знаю, зачем нам селитра, но, скорее всего, для патронов. Опа. А в этой части я еще не был, да? Что они там охраняют? Ё-моё, ребят, ты посмотри, сколько их. Ох, жесть, их тут дохренена, просто, ребят, дохрена. Если бы у меня было бы адовое пламя целое, я бы тут всех бы валил бы налево и направо. А так оно у меня сейчас сломается.
А так оно у меня сломается. И ничего-то я тут и не найду нормального, да, получается? Веревка. Веревка нужна, блин. Ну вот что ты прикажешь делать? Я не знаю, ребята. Уши нужны, это нужно, все нужно. Нам изолента нужна. Ладно, придется веревку тогда не брать. Это еще кто такой, ребят? Это, блядь, кто такой? Нафиг, нафиг, нафиг. Он бежит? Отстал, да? Кто ты такой вообще, а? У меня и пушки нет нормальной в руках. Труба только это. Это, ребята, фигня. Мне кажется, он считает. Посмотри. Ломаем. Так, веревку нашли. Че хоть тут за фрик-то ходит? Давай посмотрим. Джорджи. Ох, ё-моё, ребята, это шампусик, он же нам нужен. Так, одеваем эти сапоги, эти, короче, с собой уничтожаем, выбросить. А вот это я заберу. Это же химия бытовая, нам она нужна. Единственное, в чем проблема, это у нас со здоровьем опять. 24 хп. 24 хп. Плюс почти сломанная эта труба. И хочется, конечно, вскрыть этот ящик тот, посмотреть. Как думаешь, меня Джорджи ушатает? Вдвоем они меня, скорее всего, ушатают. Ладно, ребят, пойдем отсюда. Твою налево, рядом псих этот. Слушай, ну мы можем, в принципе, сюда вернуться, если у нас хватит энергии, если мы с тобой где-нибудь найдем нормальную экипировку. А где мы ее найдем? Скажи мне на милость. Здесь она не валяется. Да и... Куда я пошел? Куда я пошел? Макарюк, я не туда забежал. Давай, давай, сейчас еще отдуплись. Я немножко не в ту сторону завернул. Офигеть, ребят. Все нафиг, домой. Бегом, шеминтом, ребят. Шеминтом. Доски можешь взять на дорожку? Нет. Ну что же, мы дома. Я еще перед этим забежал к шерифу и посмотрел, что там нужно. Так, он показал, что нужны нашивки. Так, рецепт выложим. Химия, наверное, нам сейчас пригодится. Так, нашивки. Я хочу посмотреть, сколько у меня. Если 6 штук есть, тех самых нашивок, которые он просит, тогда хорошо. Если нету, фигово. Так, изоленту складируем. Петли складируем. Так, что у нас тут еще? Веревки. 3 штуки, так, микросхемы. Проволока медная нужна, селитру укладываем. Ноутбук выкладываем. Уши нам не понадобятся. Гвозди тоже. Так. Кстати, здесь тоже веревка есть. Веревка, уши, уши у нас с тобой вообще тут, ребят, зал. 6, вот таких нашивок нужно 6. Я забираю их для шерифа. Так, и доски. Ну что, посмотрим, куда нам нужно. Во-первых, химию нужно глянуть, куда нужно применить. Так, здесь 16 досок надо. Изолента, уголь. Так, пойдем-ка в магазин. Не в магазин, а в гостевой домик сходим и кое-что глянем. По-моему, сюда нужна химия, да? Нет, ошибся. Значит, наверное, вот сюда. Ммм. Тогда сюда. 2. Так, ребят, смотрите. Значит, нам нужна ткань и 4 бивня.
ткань и 4 бивни. Вот насчет ткани я что-то не совсем уверен. Это ткань? Бивни, бивни, бивни нету здесь. Так, здесь тоже не то. Да не может быть, чтобы не было ткани. Так, бивни. Бивень только один? Доски. Доски возьмем. Так, здесь у нас еще доска. Рубашку, то есть мы... Ага, одели. С бивнями проблема, я их выкидывал в свое время. Да тут всегда так, ребят, будет. Ты никогда им не угодишь. Так, это все еще делается здесь. Ага, тут уже собралось. Взять. Как же уровень-то нам повысить? Тебе нужно улучшить снаряжение до 3 уровня. А как я его улучшу? Вот объясните мне, пожалуйста, как я его должен улучшить? Значит так, ткани. Бивень. Блин, бивень только один. Торговец от бога. Откуда он берет все эти ценные, необыкновенные, редкие вещицы, неизвестно никому. Неизвестно никому. Так, ну, Бетти у нас тут грустит. Повышает костер скорость крафта. Ага, на 10%. Это симпатия 45. Повышает коптильня на 10%. Это у нас надо симпатии 75. Даже так. А здесь. Слушай, это смотри-ка, тут какие-то. Это дубовое бревно. Это даже необычное. Медный слиток плюс плотная ткань. И вот эти вот краски. Где же это все брать-то, а? Лампочки. Гвозди. Горючие. На грядках до сих пор ничего нету. Так, подожди-ка, мы можем еще свой здесь? Так, надо попить. Угу. Попили, а теперь мы с тобой выставляем крафт. Здесь у нас тоже что-то сделалось. Так, две. А я могу сейчас, например, сюда добавить или нет? Могу. Вот и пускай оно все это делается. Теперь надо разобраться с проволокой. Куда нам ее девать? Вот куда. И сюда же микросхемы. Значит, 3 проволоки нам нужно и 3 клея. И бивни. Так, ну что, потихоньку вроде бы у нас начинает что-то получаться. Так, изоленту тоже заберем. Хотя куда она мне нужна? Она не нужна мне. Вот лампочки, да, возьмем. Веревка. Я хочу просто сейчас сделать эти себе, ребята, дротики или как они там. Как вот эти вот рецепты, а? Изучить. Вот как, ребята. Вот так вот ты изучаешь это все дело и не паришься. Так, башмаки. Это нам пока не нужно. Вот это я возьму. Обеззараживающее, да? Вещество. Так, а слушай, а книгу... А вот как книгу нам, интересно, использовать? Книга, наверное, все-таки нужна при крафте, ребята. Так, изучить. Изучить. Ну, вроде бы как и все, пока. Еще разок проверим. Так, сюда нужна изолента. Доски, опять же, петли. Пойду я пока воткну эти лампочки, они, по-моему, вот сюда нужны. Все.
И по поводу тачки, насчет машины, надо, ребят, тоже глянуть. Значит, нам здесь не хватает с тобой всего лишь бивней. Для того, чтобы сделать нам с тобой метательные ножи. Так, что это такое? Дубина. Улучшить. О как, одна звездочка. Прекрасно, ребят. Камни, камни я сейчас найду. Швейный стол. Клей нужен. Так, доски. Трава, веревки. Блин. Ага, чтобы бинты сделать, нам еще нужна припарка вот эта вот. Нам нужна припарка. Значит, камни. И флаг тоже непонятно, зачем он нам нужен, да? Чтобы нас видели издалека. Зачем, чтобы нас видели издалека? Я не понимаю этого. Камень. Все, ребята, крафтим. Метательный нож создан. Сколько там штук-то? А, ну тут не штуками, тут вот так вот. Но все равно я думаю, что это лучше, чем эта дубинка. Во-первых, метаем издалека с тобой. Это раз. Так, а вот это вот все выкладываем. И пойдем за кабанами, друзья мои. Офиг ли делать? Пойдем за кабанами. Именно кабанов будем бомбить с тобой, чтобы получить нам бивни. О, и пойду я, наверное, в дремучий лес. Ну вот, я и на месте. Поехали. Так, древесина. Камни, все это собираем. Мост. Ну здесь, наверное, мы и тыквы с тобой собирать уже будем. Так, это все у нас заюзано, залутано. Так, доски тоже соберем. Но дальше мы с тобой пройти не сможем, потому что там завалено, да, проход, где мы с тобой были в тот раз. Там все завалилось у нас. То есть наверх, видишь, вот здесь вот, здесь уже не пройти. А что я тогда вообще здесь буду делать? По-моему, я тут все залутал, что можно и нельзя. И кабанов-то тут нету. Так, семечки, тыква, тыква. Слушай, а действительно здесь нам делать нечего, абсолютно. Все заюзано, ребят. А как же он тогда меня отправил сюда за кровью? Он сказал, что нужна кровь диких волков. И говорит, эта область именно вот эта, вот дремучий лес. Но, как ты видишь, тут никого нету. Ни волков, никого. Баллы шерифа 120. Ну что, тогда пойдем сюда. Еловая роща. Блин, у нас энергии все мало, мало и мало. Добавлена запись. А что там, интересно, добавили? Что-то произошло? Кстати, смотри, мы с тобой изучили улучшенные, да, вот эти вот ботинки, новые рецепты. Но почему-то их не видно. Вот смотри, в крафте. Вот дубина, да, я вижу, ребята. Урон 12. Так, урон 13. Все-таки метательный нож будет посерьезнее. Видишь? Нету этого ничего, ребят. Хотя я изучил. Странно. Ладно, давай добывать древесину. Пока топор не сломался, будем добывать. Так, я вижу, там, ребята, у нас уже фриканы. Оу! Фак! Срочно тыкву жрем. Иначе крантарикус нам будет. Так, ягоды собираем. Я совсем забыл, что я не хильнулся. На кровати дома не поспал, блин. Так, а вот и кабаны. Есть. Так, нам нужно 4 штуки бивней. Так, веревка, отлично. Ты посмотри, как у нас быстро кончается. Так, 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 Джорджи, успокойся. Вот достала псих-одиночка.
тыквы. Тыквы мы с тобой съедим, поэтому их, ребят, здесь можно собирать в неограниченном количестве. Давай, наверное, хавать их. ХП-то все равно мне оно не особо сильно поднимает. Там волк. Ну-ка. Ну давай, давай, метай. Е, ребят, новый уровень получили. Фиг с ним, возьмем жир. Главное мне бивни. Бивни еще нужно 3 штуки, по-моему, найти. Ну, кабанов тут не особо много, я смотрю. А метательный ножик кончается вообще со скоростью света. Ну-ка, где там? Подсвинок. Дай бивень мне. Фигушки там, а не бивень. А так всегда, друзья мои. Так всегда. То, что нам нужно, никогда не будут давать. А то, что у нас дофигища, оно и так выпадает. Но уровень-то уже подняли, и это хорошо. Кто-то сравнил эту игру с Дозом. Я, ребята, не играл в Доз, поэтому ничего сказать не могу. Но это тоже игра на Android у нас. Говорит прям слизано один в один. Так, стоп. Ну-ка давай посмотрим, кто тут у нас. Ну, с этим я разберусь. А вот кто там подальше немножко ходит? Джорджи. Ну, да бомби ты этого Джорджи, блин. Сумка, проверяем. Так, это можно сразу использовать. Ткань. Ягоды тогда используем. Гвозди и ткань. Ткань, блин, как всегда, никуда. Давай вот это вот уберем. Так, кто-то там еще ползает у нас. Кабан, вот как раз то, что нужно. Дайте мне бивни, а? Не хотят. Не хотят давать мне бивней. Стоп. Это Саймон. Самый медленный зомби. Ладно, тыквы. Тыквы, трава, ну все как полагается. Понятно, нет места. Твою налево, блин, неужели из одного бивня, которого мне не хватит? Я ничего не смогу там сделать. Опа. Нашел случайно клад опять, ребят. Ну-ка глянем. Кусок карты. Кусок карты. Твою налево. Ладно. Кто там? Надеюсь, кабан. Нет, ребят, не кабан, нифига. Медляк, топляк. Кстати, вон еще один тайничок. Ухо фриков. Ну давай посмотрим, что у нас тут. Ну давай, давай, выкапывайся, ё-моё. Ну понятно, древесина и изолента. Древесина и изолента. И похоже, что все. Да, друзья мои, похоже, что все. Больше нам с тобой здесь ничего не светит. Сколько мы бивней нашли? Один. Один бивень всего лишь. Локацию я точно всю проверил. Так, стоп. Не всю. Твою налево. Да, ножи уже закончились. Как-то быстро. Очень быстро заканчиваются, конечно, метательные ножи эти. Блин, ребят, ну...
Лут-то, в принципе, хороший. Селитру? Или лучше, блин... Так, ладно, выкинем вот этот вот мех, потому что мех у меня есть. И еще один сундук. Ну-ка, что здесь? Штаны сразу изучаем. Блин, медная проволока. Так, выбрасываем гвозди тогда. Берем проволоку. Проволока, ребят, важнее. Медная. Гвозди есть, а вот с проволокой у нас беда. Так, а оружие-то что, у меня все? Пипец. А скрафтить дубинку-то я могу? Могу. Ну, давай хотя бы так сделаем. Бери ее в руки. Твою налево. Ну вот где мне еще найти, ребята? Два бивня нужно. Два. Энергии мало. Если я сейчас куда-то побегу далеко. 8. Ладно, сюда сбегаем. Так уж и быть. До дома как раз хватит у нас, да? 25 энергии. Щенки во время своих приключений ты можешь встретить и подобрать щенка на различных локациях. Да, у меня уже 3 щенка, но... Если бы они мне бегали, помогали бы, вот это было бы прикольно. Кабаны, вы где? Так, недостаточно места, блин. Это волк. Волк это не то. Глина. Так, тихонько. Это Джорджи, да, стоит? Да ё-моё, ты... Давай, накумаривай его. По 12 урона наносим всего лишь. Маловато. Веревка, отлично. Слушай, их тут, по-моему, дофига, ребят, смотрите. Угу, я, ладно, я здесь не буду пока буянить. Это олень. Буянить я не буду, а мне, наверное, придется, ребят, туда заходить. Твою налево, опять Джорджи. Чё ж ты приключаешь это, блин, сам по себе, на всех. Кого ни попадя, ребят, бьет, блин. Все, успокоился. Так, а этого если нахлобучим? Остин. Так, друзья мои, металлолом. Вечный, блин, вот этот вот... О, кабан, кабан, дай, будь добр, дай мне... Бивень. Перчатки сломанные. Жесть. А вот и бивень. Блин, еще нужен один. Где еще мне, ребят, нас даст... Так, кто это там? Во-во-во-во, сейчас все прибегут сюда, да? И схавать-то нечего. Ну где вы там? Идите сюда. Ну? Выбили, дурь. Пробирка нафиг она нам не нужна. Так, где ты там, говна кусок? Ползаешь хромоногий. Саймон Ползун. Все не то. Все не то. Опа, а вот это, ребята, во-первых, рецепт, а во-вторых, клей. Ну, клей я уж точно не пропущу. Клей ни за какие ковришки, ребят. Что выкинуть? Выкинем кувалду. Потому что она и так уже, ребят, на соплях. Твою налево, ты серьезно? Кувалда на соплях, придется делать. Теперь места недостаточно.
Так, смотри, мы с тобой можем требования... Ага, требования дубинка 2. Для того, чтобы сделать трехзвездочную, у тебя должна быть двухзвездочная дубина. Прикинь, как они тут сделали. А рюкзак улучшить нельзя. Швейный стол. Одежда из листьев травы уходит в прошлое. Да как сказать, блин, в прошлое она уходит. Ну что, выкидываем семена тогда, или как? Или идем к шерифу, отдаем ему вот эти вот, как их звать-то, нашивки. Получаем шапку или что там, я уже не помню. И... ну мы до него не добежим, у нас энергии не хватит. До дома 9. До шерифа, наверное, как минимум 15. Не, не хватит, ребят. Ладно, тогда давай все, что у нас осталось с тобой, разложим. И, наверное, будем заканчивать. Надо будет ждать уже следующую серию, когда энергия накопится с тобой, да? И действовать уже по полной программе. Так, здесь нам вот так. Клей. Так, микросхемы надо будет еще где-то найти. Так, а здесь уже заварганилось, да, все? Так, давай крафти эти мешки, скажем так. Все, пускай он тут делает. Единственное, что я не могу понять, тебе нужно улучшить снаряжение до 3 уровня. Так, а бивни нам нужны вот сюда были. Даже не 3, ребята, а 4. Ну да, 3. Одного бивня какого-то не хватает, замызганного, ты прикинь? То эти вепри, да вот так всегда, ребят. Ты думаешь, блин, да нафиг мне эти нужны. Смотри, здесь, кстати... блин, наверное, вот здесь вот надо было нам все-таки делать. Тут быстрее бы все заварганили. Кстати, можно сюда принести мех и веревки. И мех, мех у меня есть. Слушай, ну эту тачку мы с тобой даже если починим, если починим. Он знает, что потом запоет? Горючее. Нужно будет горючее. И дофигище. А с горючим я тут вообще, ребят, не видел пока его. Че ищу мех? Я ищу мех. Так, куртку-то, кстати, эту можно одеть же. И перчатки, по-моему, можно надеть. Точно. Так, это изучаем. Металлолом берем. Слушай, а куда у меня весь мех-то делся? Я не понял. Я думал, что у меня его предостаточно. Ага, но, видимо, я ошибся. Так, доски. Так, веревки, металлолом, доски. И не хватает. Да дофига чего не хватает. Это пока все выложим. Изоленту. Это все нам... кстати, семена надо будет посадить. Ага, это у нас... подожди-ка. Нет, возьмем лучше вот эти вот замызганные натоптыши. Изучить. Изучить. Есть медная проволока, ребята. Но ее, наверное, нужно будет переделать. Однозначно. Драгоценности тоже нужно будет разобрать. Тыквы мы можем с тобой схавать. Так, а зачем я взял с собой петли? Скажи-ка мне на милость. Для машины, по-моему, петли не нужны. Мех, веревки. Всякий хлам. Так, что мы можем здесь с тобой заварганить? Только лишь ягодки. Ягодок у меня нету.
Пойдем посадим семена. Крафт. Песики, вы как тут у меня? Такие радостные, довольные. На 6,5 часов у них еще еды хватит. Где-то еще можно найти определенный корм для них. Так, ну по крайней мере я сейчас выгляжу хоть бодренько. В куртке, в штанах, в ботинках. Ну что, давай прикинем просто. Я сейчас выйду за край и посмотрим, смогу ли я добежать до шерифа. И хватит ли у меня энергии обратно. Если нет, то, конечно же, тогда будем заканчивать эту серию. Так, вот шериф, ребята. 13. Не хватит, ребята, у меня всего лишь 19 энергии. Ну что, друзья мои, тогда на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.